Дамы и господа, а у нас снова в гостях уже постоянная участница, замечательная певица, талантливая девушка Валентина Учаева. Привет! Привет! Как твои дела? Что нового у тебя? Что сегодня ты нам споешь? У меня все отлично, развиваюсь, двигаюсь в своем вокальном творчестве. Сегодня я буду исполнять одну замечательную композицию, которая называется «Про любовь». Отлично! «Обними меня крепче». А клип уже сняла? Нет, к сожалению, это не моя песня. Клип я буду снимать на свои песни в ближайшее время. У меня выйдет тоже моя новая сольная песня. И уже совсем скоро мой новый первый сольный альбом. Отлично! Первый сольный альбом! Это же так здорово! Я просто видела клипы Валентины, поэтому я задала как бы такой логичный вопрос про клип, Валь. Но я надеюсь, мы еще увидим очень много твоих клипов, да, снятых на песни из этого альбома, который скоро выйдет. Да, спасибо, я очень стараюсь. Да, молодец, умничка. Что ты нам сегодня пожелаешь, наш пятилетний юбилей? Да, хотела бы, конечно, поздравить этого шанс с пятилетним юбилеем, пожелать удачи, счастья, процветания. Мы все стали здесь уже одной большой семьей, и, конечно же, бы очень хотелось, чтобы еще в нашу семью прибавилось как много, возможно, больше талантливых и одаренных людей. Ну, а все остальное уже есть. Отлично. Ну так с каждым разом к нам приходит все больше и больше талантливых людей. Спасибо тебе, Валечка, большое за интервью. Мы тебе желаем успехов. Спасибо.